Не, ну я не знаю, ребят, нет. Ну чё сейчас скакать с деки на деку? Я уже только это и прибарахлился играть. Сейчас должно уже получиться. Чуть-чуть не хватает, ребята, просто чуть-чуть. Копеечек не хватает. Плюс ко всему, до 9 время еще есть, погнали. Так, нет, надо агрессивному леганить, мне нужен фериваракс, мне нужно яйцо. Ты не пройдешь, шатрат, только не ты, а? Ну что ты спамишь вот эту грязь в чат? Может Рагнароса еще взять? Бери, братан, беги, покупай Наксармас, бери Рагнароса, побеждай. Почему челной квартал героев не пройден? Потому что он был пройден на другом маке. Все серьезно, серьез бизнес. Ты чего, охрип, что ли? Ну да, чутка так. Так, давай. Где ты там? О, Клевчанский. Лоль. Полетели. Маг 2 пира, Лерой под раздвоением. Значит, ты не хочешь новую рубашку карт? Я к ней спокойно отношусь. Тебе так заходит? Вот обман сплошной, мне не заходит. Так, здесь само собой убиваем этого гада. Жалко, придется как-то... Я не знаю, как придется добивать вот этого мелкого. Ну, может быть, Клифф придет. Тоже на это надеется. Тоже стрём. Ну, хотя, давай. Какая разница? Броул. Тут, кстати, следующим ходом будет за Короля Лича. Хотелось бы отметить. Ха. Реально, давай-ка... Давай-ка тогда помаринуемся. Может, некрорыцарь будет какой-нибудь удачный. За Короля Лича! Так. Все, погнали. Бравлить. Только не Король Лич, пожалуйста. Не беси меня. Фух, слава богу. Мелкий клоп. Хорошо. Скелет-кузнец уничтожает оружие. Ага. Ну, ясно, понятно. Скелет-кузнец. Единственный в мире малыш-скелет-кузнец. Так, я думаю, что придется его набафовать. Так, начнем, само собой, с вот этого чувака. Укус смерти. Хорошо, но... Хорошо под Лероя, на самом деле. Хотя, это второй укус смерти, он хорош как и под Лероя, так и под... Ага. Так. В принципе, я могу сейчас оставить только одного дракончика, если сейчас сделаю Лероя на 5-6. Вроде то, что надо. Броул в будущем должен рискнуть. Так, у меня оба рывка, одна ярость. Ледяная стрела — это бобо. Чистый холод — это тоже очень большой бобо.
Но пока он меня не пронес еще. Так, этот ход я в жопе. Само собой. Как несложно догадаться. Вульфрайдера. Есть ли смысл просто так сливать? Думаю, что нет. Думаю, я ничего здесь не хожу вообще. Ах ты ж гад. Так. К сожалению, здесь пока пропуски. Да, пока пропуски. За короля лича. Внутренняя ярость по этому чуваку. Одного отдадим, да, но что поделаешь. Броул, к сожалению. Можно было броул, конечно, сразу вжать. Но это был риск, который не хотелось особо на себя брать. Думаю... Здесь лучше взять Арканитового Жнеца на будущее, нежели чем повесить дополнительный армор. Вот эта карта, это Близзард. Эцк, надеюсь, это тоже. Ха-ха-ха-ха. О, да. На тебе, подлина. Так, считаем урон. Здесь еще 12, здесь еще 10, это 22. С этого чувака... Это 22. Ну, этого чувака я еще успею прожать, так что... Не торопимся никуда. Мне кажется, он не ставит на стол больше двух существ. Здесь сейчас Близзард, скорее всего, будем выманивать. Папуан. 6 плюс 12. О, да. О. Папуанище. Папуалище. Ой, это мой сладкий пирожок. На тебе за всю грязь. Без всяких антонидосов айсландцев. Без всякой грязи. Просто с пушкой. Ты мне не нравишься. А чё Джошек скулит?